сейчас буду купаться в озере. Голышом. Вот туда. Еще 2 дня в пути. Ребята, сегодня последний день на Пальме. Мы едем на дом, который находится в горах. Будем там ночевать и оттуда прямо в аэропорт. Ехать через всю Пальму. И вот остановились на очень прикольном видончике. Сейчас вам заценю. Вау! Найс! Аня меня мучает, заставляет становиться вот сюда и фотографирует меня. Друзья, приехали в такое место, точнее проезжаем. Это считается 2-я по красоте дорога в мире, по-моему. Ну, так мне сказали. Я иду быстро сделать пару снимков на телефон и заснять на видео. И поедем, потому что долго нельзя там останавливаться. Вау! Найс. У меня же руки дрожат. Какая красота. Там автобусы еле ползут. Яла? Наш машинка. Едем дальше. Вот едешь ты по вот этому серпантину, а навстречу тебе автобус. Ты не знаешь, что тебе делать, тебе приходится останавливаться, притык, прям прижиматься к скале, вот к такой. Вот, едет автобус, сейчас придется пропускать его. Прижимаемся вот так. Вот он нас пропускает, либо он нас, либо мы его. Короче, не езда, а выживание. Я нашел только что красивую дырочку. Это дырочка моей мечты. Вау. Take your phone and let's go. Побежали делать там фотки. Крутая дырочка. Представляете, здесь проходит одна машина. Ребята, если вам надоело или вам не нравится смотреть виды, которые я показываю, можете вырубать сразу. Я это делаю исключительно для тех людей, которым интересно смотреть, где я бываю, что я смотрю и что я им показываю. Вот это внизу соколобра. Видон просто огонь. Ну, как всегда, собственно, на высоте. Я не знаю, сколько метров, но очень-очень высоко. Смотрите на тот пляжик. Безумно красиво. Кипаса! Кипаса! Аня, make a picture, кипаса! Муфаса, кипаса! Еще один очень красивый вид. Вау!
Amazing. Круто очень. Жареный задок. Мы сидим на отвесе. Метров 150-200. Касалобра. Мы приехали сюда. Здесь Сакалобра, а не Касалобра. Сакалобра. Здесь очень-очень крутой пляж есть. И вы его скоро увидите. Так, спускаемся на пляж. На первый пляж. В общем, каменный пляжик с красивой водой и с прикольным ресторанчиком. Такой обычный пляжик. Но мы пойдем на необычный пляжик. Кайф, 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 кайф. Так, ну что, мы на финальном пути. Сейчас заходим в туннель. Заходим в туннель и выйдем на очень крутой пляж. Это пустыня. Пустыня. Ребята, я чувствую себя в пустыне. Иду истощенный. Уже 3 дня иду по пустыне, не видел воды. Вокруг летают соколы и орлы. И стервятники пытаются съесть меня. И тут я поворачиваю голову и вижу безумный пляж. Я в раю. Но там много людей. Поэтому мы идем вот туда. Еще 2 дня в пути. Разделили. Пришел. Так. Прям тут, конечно, водичка грязненькая. Немного грязненькая. Потому что очень маленький пляж и очень много людей. Развели костер. Теперь здесь как в парилке. Точнее не костер, а камин. Будем жарить на нем мясо. Такой домик, где мы проночуем. И завтра я поеду в аэропорт. Возвращаться в Дубай. Вот домик сейчас покажу. Вид. Вокруг домика. О. И сам домик. Территория такая небольшая. Аня. She's here. Siesta time. Yeah? Siesta. Siesta time. Это домик. Этот дом находится в заповеднике, где-то по центру острова Пальма де Майорка. Это заповедное озеро, в нем нельзя не купаться, в нем нельзя рыбу ловить. Короче, вообще ничего нельзя делать. Можно остужать там пиво и вино. Вот, козы гуляют. Мы проснулись, пора валить в аэропорт. Бррр, бля. Сейчас почти 7 утра, мы в горах. У меня сегодня самолет до Мюнхена и до Будапешта. Даже 2 самолета. Я иду принимать душ. А точнее принимать озеро. Или озеро будет принимать меня. Сейчас буду купаться в озере. Голышом. Вот так обмываюсь. Надеюсь, тут нет крокодилов. Только представьте, я только что принимал душ вот в этом месте. Точнее, купался. Очень холодно. Какой цивилизации вокруг. Мы собираемся ехать в аэропорт.